Временных рамок на использование материнского капитала нет. Отделение Пенсионного фонда по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует, что появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что воспользоваться материнским капиталом необходимо до 2016 года, не соответствуют действительности. И уточняет, что для получения права на маткапитал нужно, чтобы ребенок появился на свет до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Напомню, в 2013 году сумма материнского капитала составила почти 409 тысяч рублей.